Гороскоп на 2023 год для близнецов. Гороскоп на 2023 год близнецам рекомендует активизироваться по полной программе. Это должно стать девизом близнецов в год кролика. Только будьте осторожны, не во всех сферах можно вести себя без ограничений. Есть периоды, когда нужно усмирить пыл и залечь на дно. Это поможет сохранить энергетический запас и здоровье, как подсказывает гороскоп на 2023 год близнецам. Гороскоп на 2023 год близнецы для женщин и мужчин. Марс будет ретроградным до середины января 2023 года. Это травмоопасное время, можно попасть в аварию или с кем-то сильно поругаться. Старайтесь меньше передвигаться на автомобиле, не рискуйте и продумывайте каждый свой шаг. Юпитер поможет вырасти духовно и профессионально. Ваш авторитет пойдет в гору, главное, не зазнайтесь. Тем, кто держит свой бизнес, нужно внедрять в работу что-то новое и перспективное. Тогда потом вы сможете получить даже больше, чем вложили, обещает гороскоп близнецам на 2023 год. Экономия не повредит, а поможет сохранить стабильный бюджет. Если не будете устраивать ежедневный шопинг, то к декабрю точно разбогатеете. И вот обратный эффект, пускаете средства на ветер, окажитесь в минусе. Это касается даже самых богатых и влиятельных людей. Проследите в 2023 году за состоянием здоровья. Если организм сигнализирует о проблеме, то не игнорируйте ее. Лучше сразу заняться лечением, чем потом страдать от осложнений. Гороскоп на 2023 год близнецы женщина. У женщин-близнецов все складывается удачно. Вы по-настоящему счастливы и довольны собой. Если настроиться на позитивную волну, то воплощайте в жизнь мечты. В год черного кролика не надевайте маску, будьте собой. Да, и кардинальные перемены в личную и профессиональную жизнь вносить не следует, как рекомендует гороскоп близнецам на 2023 год. Не исключены сюрпризы от судьбы, которых вы никак не ждали. Кто-то уедет на ПМЖ в другую страну, кому-то суждено завести знакомство, а у кого-то кардинально изменится рабочая сфера. Если не прятать таланты, то удастся стать именно той, которой вы хотели стать еще в юности. Женщина-близнецы может планировать дальнее путешествие. В окружении появятся новые люди, с которыми вас объединят общие цели и взгляды. Перемена обстановки придаст уверенности в себе и оптимизма. Итак, что ждет близнецов в 2023 году? Все самое хорошее. Особенно успешным будет период с января по июль. Здесь много деловых и романтических связей. Ничего в жизни не бывает случайно. Любое решение тщательно обдумывайте, чтобы не сожалеть о своих поступках. Хороший период для изменений в интерьере. Гороскоп на 2023 год близнецы мужчина. Мужчина-близнецы обретет душевный комфорт, ведь все проблемы остались позади. Приятное чувство, что можно жить настоящим, вдохновляет безмерно. Есть силы и энергия, чтобы начать что-то новое и поверить в себя. Смело ставьте цели, реализуйте задуманное. Главное, не хватайтесь за все сразу, сосредотачивайтесь на чем-то одном. Успех обязательно придет, если быть усердным и мыслить здраво, как советует гороскоп на 2023 год близнецам. С января по июль мужчинам этого знака нужно включить экономию и стать практичнее в покупках. Ну а вторая половина 2023 года откроет массу перспектив. Ожидается карьерный рост и финансовая прибыль.
Разрешается слегка рискнуть, если это требуется в бизнесе или другой сфере деятельности. Чего ждать от Юпитера-близнецов в 2023 году? В 11-м доме у близнецов будет гостить Юпитер. Семейные отношения укрепятся, если больше внимания уделять близким родственникам. Работа приведет к успеху, если не уединяться, а трудиться коллективно. Будьте мудрее и уступчивее в общении, чтобы не утратить желанную свободу и позитив, как советует гороскоп близнецам на 2023 год. Главное, не нужно уповать только на удачу. Да, она шагает рядом, но ее нужно постоянно подпитывать своим упорством и деловой активностью. Учтите, что если начнете лениться или опускать руки, никакого результата не получите. Только усилия и грамотно принятые решения приведут к перспективам и благополучию. Расположение в 11 доме Юпитера нередко ведет к чрезмерным денежным тратам. Хотя близнецы будут так радостны и бодры, что их вряд ли огорчит данный факт. В окружении друзей и близких обретете душевное равновесие. Ожидается много веселья, вечеринок. Кстати, организаторов всего этого будете выступать именно вы. В рабочей обстановке близнецы – настоящие лидеры. Никто даже против не выступит. Такой из вас достойный капитан. Многие завяжут дружбу с людьми из-за границы, почувствуют моральную поддержку извне. Гороскоп на 2023 год близнецам обещает немало выгодных контрактов и сделок. Особенно если вы занимаетесь коммерческими делами и пытаетесь собрать надежную команду. Все планы воплотятся в жизнь, стоит лишь продумывать свои шаги. Не исключено общение с влиятельными особами, которые помогут в сложных вопросах. Успех придет к тем, кто работает вместе с единомышленниками. Это отразится и на финансовом положении. Вы только в выигрыше. Нужно быть целеустремленным, достигать чего-то одного, не снижать позиций. К примеру, пойти учиться или сделать карьеру. В декабре 2023 года близнецы подытожат все, что выполнили. И сами ахнут, какой результат получили. В вас море оптимизма, щедрости, чувства юмора и энтузиазма. Ну а с этими качествами трудно поспорить. Вы реально в фаворитах. И самое удивительное, что легко находите общий язык с людьми. Отсюда и верные друзья, и надежные партнеры, и любимый человек, который поддержит. Влияние Сатурна на близнецов в 2023 году. В 10-м доме у близнецов будет пребывать Сатурн. Эта планета поможет приспособиться к любым ситуациям, выйти из них победителем. Беретесь за дело и тут же успешно его реализовываете. Разве вы не пример для многих? Гороскоп на 2023 год близнецам рекомендует не останавливаться на той стадии профессионального развития, которую достигнете. Идите дальше, вперед и с гордо поднятой головой. Будут препятствия, это однозначно. Но при наличии силы воли и терпения, удастся преодолеть все и вырваться на пьедестал. Не исключены разногласия с родственниками, конкретно с отцом. Отношения с начальством тоже могут быть нерадужными, ведите себя сдержаннее. Иначе влияние этих людей на вашу жизнь будет очень сильным и неоднозначным. Ну, а близнецы не терпят давления со стороны, даже если абьюзерами являются близкие. Это может сделать вас неуверенным и снизит самооценку в профессиональных делах. В год кролика возможны огорчения и разочарования из-за того, что некоторые планы не реализовались. Успокойтесь и подумайте, действительно ли вам этого хотелось. Может быть, стоит довольствоваться тем, чего уже достигли.
Гороскоп близнецов на 2023 год обнадеживает в том, что большинство идей все-таки воплотились в реальность. Не нужно ждать похвалы от кого-то, сами себя погладьте по голове. Отметите сомнения, не расстраивайтесь из-за мелких неурядиц. Вы сами к себе были чересчур требовательны, а на других людей в этом смысле не обижайтесь. В год кролика вам захочется найти свое место под солнцем, это понятно. Но учтите, что любая работа и карьера – это большая ответственность. Беретесь? Значит, доводите дело до конца. И к мнению других людей не всегда нужно прислушиваться. Гороскоп на 2023 год близнецам советует внедрять богатый опыт в любимое дело. Если нужно стать более консервативным, то так и действуйте. Никаких послаблений, только уверенный взгляд в будущее. Иногда придется быстро мобилизоваться, чтобы получить эффект от своей повышенной активности. Главное, берите на себя столько, сколько реально можете выполнить. Иначе процесс начнет крутиться в обратном направлении. Кстати, пообещайте себе то, что сделаете до конца года. Перед собой будет стыдно, если проявите халатность и слабоволие. Любовный гороскоп на 2023 год близнецы. Все мы мечтаем встретить настоящую любовь. Увы, близнецы в год кролика могут остаться на том же уровне. Но переживать не стоит. Ведь Венера все равно не оставит вас без романтичных знакомств. Но рассчитывать на что-то серьезное не стоит, как прогнозирует любовный гороскоп на 2023 год близнецам. Главное, не закрывайтесь от всех, больше общайтесь с новыми людьми. Возможностей обрести равновесие в личной жизни будет немало. Вот только можно упустить их безвозвратно, а это обидно. Если одинокие близнецы будут постоянно работать и жить в офисе, то в год кролика их ждут лишь мимолетные увлечения. Но в такие месяцы, как август, февраль и ноябрь, шанс познакомиться с интересным человеком появится. А вот в начале лета и июля будьте крайне осторожны. Иначе любовный и бурный роман принесет одни огорчения. В начале осени многие вновь влюбятся в бывшего возлюбленного, как предсказывает гороскоп близнецам на 2023 год. Если у вас уже есть партнер, то в отношениях ожидается масса недомолвок и конфликтных ситуаций. И одна из причин такой ситуации – недостаток внимания друг к другу. Для укрепления союза не мешает организовать путешествие. Побудете вдвоем, повеселитесь, отдохнете и получите от всего этого моря удовольствия. Тем более, что для близнецов духовная близость даже важнее интимной. Финансовый гороскоп на 2023 год близнецы. Конечно же, счастье за деньги не купить, но близнецы будут верить в обратное. И вот удача! Финансовое положение в 2023 году будет выше среднего. Появится шанс найти подработку, а также разумно расходовать накопленные средства. Все то, за что возьметесь, будет приносить доход. И неожиданные подарки судьбы не исключение. Вообще, серьезных материальных проблем не ожидается, только мелкие траты. Ну а у кого их нет? Гороскоп на 2023 год близнецам предсказывает крупный выигрыш или находку кошелька. И вот еще одна прелестная новость. Выплата компенсаций, премии и бонусов за качественно проделанную работу. На такую радость близнецы могут рассчитывать с февраля по середину осени. Но не все коту масленица. После октября нужно слегка прижать себе хвостик, включить экономию. Ну а также разрешается часть денег вложить в выгодное дело. Пусть крутятся и дают проценты.
Первая половина 2023 года удачна для сотрудничества с западными фирмами и партнерами. Возможно, выплаты из-за рубежа, активная работа в другой стране. Неожиданные перемены в 2023 года. В 12-м доме у близнецов будет гостить Уран. Это повлияет на обострение интуиции, открытие магических способностей и желание открыть неведомые миру тайны. Вообще будет интересовать то, что раньше казалось абсурдным. Парапсихология, медитация, оккультизм – все это в зоне внимания. Многие даже захотят освоить профессию психолога, как предсказывает гороскоп на 2023 год близнецам. Увы, влияние на вашу жизнь Урана не только положительного характера. Могут появиться неожиданные проблемы, апатия и отстраненность. Переломный момент или кризис среднего возраста. Вы сами не поймете, что происходит. Но ощущение, что кто-то вторгается и рушит вашу судьбу, долго не отпустит. Главное в такой момент не паниковать и не сдаваться. Нужно разобраться во всех нюансах и посмотреть на ситуацию с иной стороны. Может быть, вы должны стать свободнее в мышлении или поведении, отцепиться от того, что уже себе изжило. В 2023 году особое значение будет иметь реконструкция внутреннего мира. Ломайте систему, ничего не бойтесь. Близнецы должны больше внимания уделять себе, очиститься духовно и провести работу над ошибками. Где искать вдохновение в 2023 году? В 10-м доме у близнецов будет находиться Нептун. Что это значит? То, что дело или хобби, которым вы увлечены, подарит массу вдохновения и радости. Не исключено, что кому-то захочется освоить другую специальность. Только не спешите, ко всем вопросам отнеситесь дотошнее, как советует гороскоп близнецам на 2023 год. Всем известно состояние выгорания, вот и вы почувствуете себя в рабочей сфере именно так. Ничего не хочется, все надоело, лучше обнулиться. Это поможет раскрыть в себе новые таланты и пусть накопленный потенциал во что-то более интересное и перспективное. Близнецам захочется обновить не только свою, но и жизнь других людей. К примеру, кого-то вылечить или поддержать мудрым советом, а кому-то помочь финансово. Итак, что ждет близнецов в 2023 году? Повышенный интерес к искусству, развитие воображения и желание творить. Захочется слушать классическую музыку, петь или рисовать. Фортуна будет на стороне тех, кто поистине талантлив и достиг успехов на творческом поприще. Вы можете увидеть в себе столько удивительных вещей, что начнете создавать шедевры, увлечетесь хобби. Гороскоп здоровья для близнецов на 2023 год. Психическое и физическое здоровье тесно связано. Здесь и спорить не нужно. Если близнецы в течение года кролика не обретут внутреннего равновесия, то рассчитывать на отличное самочувствие не стоит. Ведь иммунитет и здоровье в целом зависят от позитивного эмоционального состояния, напоминает гороскоп на 2023 год близнецам. Уже в январе необходимо прислушаться к своему организму. Ожидается чересчур активный месяц, поэтому звонки не игнорируйте. Распределите силы и соблюдайте режим. Грамотно сочетайте отдых с работой, не расходуйте запас сил. Если запланируете отпуск на февраль или конец весны, то не ошибетесь. В смысле, это время особенно благоприятно для отдыха и накопления энергии для будущих дел. Что ждет близнецов в 2023 году, если постоянно нервничать и жить только работой? Конечно же, частые стрессы, утомляемость и снижение иммунитета.
Будьте внимательны к своему здоровью в конце лета, ноябре, октябре и конце года. Не исключены серьезные проблемы, срочное обращение к врачу.